Я Пальчевский. Я опытный Пальчевский. Хитрый, пронзительный, бескомпромиссный. Я не пальцем сделанный Пальчевский. Телеканал News One и портал «Слово и дело» представляют новый проект. Я не злопамятный, просто злой. И память у меня хорошая. С 3 ноября, каждый будний день, в 10 часов вечера, программа «Каток. Слово и дело». Раскатаем политиков за их слова и дела. Вы врете и воруете? Тогда мы идем к вам.